Друзья, доброго времени суток вам. Всем спасибо, кто подписался на канал. Кто еще не успел подписаться, подпишитесь. Нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. И у нас появилась новая функция. Несколько видосов я буду говорить об этом. Спонсорская кнопочка. Друзья, пожалуйста, относитесь к этому проще. Все YouTube-каналы созданы для того, чтобы зарабатывать деньги. Это первое. Во-вторых, никто не принуждает нажимать эту кнопочку и делать какие-то действия. Это сугубо личная информация, сугубо для тех, кто имеет возможность, а самое главное желание помочь каналу в развитии материально. Чтобы купить какое-то оборудование, чтобы помочь с этих денег нашим подопечным друзьям, которые оказались в тяжелой ситуации. Относитесь к этому справедливо, без каких-то негативных эмоций. Очень много негативных эмоций пишите в комментариях. Ну не хотите вам, не интересна вам эта информация. Кликните два раза на экран, в правой стороне экрана, и на 10 секунд у вас перемотается видео вперед. Все, вы не будете видеть и воспринимать эту информацию. Воспринимайте информацию только ту, которая нравится вам. Еще раз спасибо огромное всем. И особенно мужчины. Ну зачем вы пишете тирады по километру, как Лев Толстой, по поводу, какой я нехороший человек, в плане того, что включил кнопку донат. Кнопка донат включается от 6000 подписчиков. Я ее должен был включить еще месяц назад или полтора месяца назад. Посмотрите, когда у нас было 6000 подписчиков. Я это сделал только 2 дня назад. Еще раз повторюсь, необязательная процедура. Никто не заставляет, кто донатит, кто помогает каналу. Эта кнопка принадлежит и предназначена для них. Все, кто не имеет желания и возможности помогать каналу материально, просто пишите комментарии, ставьте лайки. Этим вы толкаете видос наш наверх в рекомендации, и этим вы самым помогаете каналу своими просмотрами наших видео. И сейчас мы пилим очередной видос. Ребята, на улице 8 мая сегодня, всех с наступающим Днем Победы. На улице кошмардосная погода, дождь, холодно, ветер. Вот. И я думаю, сегодня никто не приедет к нашим ребятам. На базе там, наверное, я не знаю сколько, но звонили мне ребята, человека 4. Сегодня у Бульбаша день рождения. И я думаю, сегодня никто ни из блогеров, ни из подписчиков не имеет желания и возможности приехать, тем более такая погода. Поэтому я принял решение с наших донатных денег. Спасибо за донаты всем, ребята. Спасибо Севастополю. Ольга, огромное вам спасибо. Вчера я получил денежку. Вот сейчас сходил, купил курицу, макаронов. Сейчас отварю, пожарю курицу. Отнесу ребятам. Заварю горячего чая. 2-литровую там какую банку найду. Вот. И схожу к нашим друзьям, проверю. И еще сегодня наши подписчики, я еще точно не знаю, но скорее всего да, изъявили желание помочь Роме, так мы его в интернете прозвали, Пауку, Рома Паук, который отсидел 19,5 лет и никак вот он не доберется домой. То есть сегодня мы его, возможно, проводим домой, купим ему билет, подписчики купят, подписчики нашего канала. Вот. Огромное им спасибо за ранее проделанную доброту и пользу для людей, помощь. Вот. Сегодня мы с ними, надеюсь, увидимся. Ну, сейчас сниму маленький видосик по поводу, что мы приготовим ребятам. И попозже, значит, сходим, отнесем горяченькое. Я здесь рядом нахожусь с ними, поэтому имею возможность там в течение 2-3 минут оказаться на базе, покормим, поддержим пацанов в такую холодную погоду. Я думаю, это будет достойное действие нашего канала очередное.
Все, смотрим видос. Спасибо всем. Еще раз, ребята, пожалуйста, относитесь к этой кнопке снисходительно. Гребаная эта кнопка спонсорства. Блин, ну, если вам интересно, да, там от 250 и выше 4 вида спонсирования канала. Неинтересно вам, ребята, пропустите эту информацию и все. Будьте добрее. Никаких предвзятых у меня нету движений к вам. Есть желание заплатить 250 рублей, стать спонсором канала, ставить там в комментариях веселые смайлики, веселые картинки и так далее и тому подобное. Если вам это интересно, если не разорю я вас на эти деньги, так скажем, да, и самое главное, желание у вас появится, то да, нажимайте кнопку и действуйте, как вам подскажет ваша совесть и внутренний мир ваш. Проще, друзья. Это всего лишь кнопочка. Она есть у во всех блогеров, которые набрали 6000 подписчиков, которые подписались на данный канал. Заметьте, у во всех она есть. И это предстоит всем. Проще относитесь. Всех люблю. Еще раз с наступающим праздником. Итак, готовим ребятам обед. Предпраздничный обед. Жареная курица с макаронами и чай. Так, начинаем готовку. Подозрительно, блин, чистая посуда. Печка, конечно, кошмар. Ну, у бычи очередные гости. Блять. Как всегда, как они угадывают, когда надо звонить. Купил макарошки, приправим потом сметанкой. Пожарим курицу, приправа к макаронам, раздадим им ленточки. Так, чтобы создать у них какое-то праздничное настроение. На улице капец, ребята. Просто холодище, дождище, непонятные движухи. Все, погнали дальше. Так, ну что у нас? Плита у нас зажжена. Я думаю, такой кастрюльки макаронов им хватит на всех. Сколько там их? Четверо, пятеро. Две пачки. Я, короче, не знаю, сколько. 400 грамм. Все. Две пачки и курица. Больше я не знаю, что я. Так, солим. Где у нас? Соленая вода вроде бы закипает быстрее. Все, есть контакт. Ждем. Так. Курочка, подружка, дурочка. Убычи, как всегда. Джаз-квас происходит. Надо ее, наверное, как-то ополоснуть, да? Ополоснуть. Не могут, еле курлыкают, блядь. Что говорят, блядь, сами друг друга? Наверное, не понимают. Так, крылья, ноги.
и хвосты. Чик. На мелкие кусочки, я думаю, жареное будет повкуснее, да? Чем вареное. Повкуснее ребяткам сделаем. Изучаем анатомию курицы. Кто не знает, можно сделать вот так. И пожарим. Звонил сейчас мне Рома, этот паук. Если честно, задолбал он меня. Через каждые 5 минут. Ты где? Ты где? С какой целью, я говорю, ты меня ждешь? Ты где? Ты где? Я же сегодня уезжаю. Ты где? Бля. Ну уезжай, говорю, что? Вот опять, кто это? Волк звонит. Придурок. Мы сдали металл, говорит Волк. И это, ну купили там водочки, сигарет. Что они там еще? Картошки, лука. И тут же говорит, Сань, у тебя нету 200-300 рублей. Типа, переведи мне на карту, нам надо это, по работе ехать. Я говорю, ёпта мать, ты только что металл сдал. Купил водочки. Ну, я не знал. Ну, короче, всегда так делают. Видимо, догнаться надо. Деньги закончились. Бульбаша в блуд ввели, блин. Его, эта хозяйка там, ну, работодательница, на работу слезно зовет. Он уехал к ним в Подмосковье. И, короче, с концами. Она уже закипает. Готовит, вот, блин, полчаса. Мы когда жили на улице, кстати, вот тоже расскажу по этому поводу историю. Если находили там сырое мясо, пельмени, ну, такую, полуфабрикаты какие-то. Вот, отдавали местным, нам готовили. Ну, там, с учетом, что и ему достанется, тот, кто готовит, и нам достанется. Как-то надо вот так обвалять, да? Обвалять. Эти же, блин, я не знаю. Ничего не хотят. Ну ладно. Мы подсуетимся. Поможем нашим бедолажкам. Где-то у меня лук был. Лука еще.
нахерачу туда. Продолжаем готовочку. Макарошки у нас уже почти сварились. Можно даже и выключить. Видео почему-то там прервалось. Блин, вроде все интересно. Ну ладно, вспомним еще. Пока готовим. Так, чайнички я поставил. Теперь надо такую банку найти. Я уже все банки, блин, поперетаскал. Тут у нас что? О, одна партия готова, курочки. Сейчас вторую дожарим. Макарошки готовы. Все. Сметана есть, хлеб есть. Леночки раздадим. Самое вкусное детям. Или кофе им можно заварить. Кофе на водку. Нахер, лучше чаю, да? Шмотки постирал этому джинсы пауку. До вечера, я думаю, высохнут. Немножко конфуз произошел. Я их постирал вчера. Но эти пьяные лица, короче, выключили машинку на полдороги. На полдороги выключили машинку. И вещи не достирались. Вот я сейчас приехал, достировал. Так, все, достаем курицу. Вот есть у меня два контейнера. Контейнеры надо будет забрать. Чайничек. Чайничек тоже на грани фантастики. Сам не отключается. Напрямую сделал. Тюшкинко. Женщины, милые, мне вас жалко, как вы постоянно обжигаетесь об эти печки. Так, их там четверо, ну по два кусочка вот мяски.
сюда же лучок сейчас обжарим. Жарим лучок. Один ушел алкоголь, слава богу. Один алкогольчик ушел. Продолжаем. Здесь у нас ровно. Замечательно. Всем хватит. Так. Контейнер разобрать. Надо у них. И второй контейнер где-то у меня есть. Сейчас мы наложим туда макарошек. Что им еще? Я думаю, хватит. Ребята, и вот еще у меня есть тушенка, но она такая дешевая, в качестве соуса, чтобы макароны были не так сухие. Лупану я туда эту тушенку. Вылазит излишки. Из чего она сделана, я не знаю. Но я ем периодически, когда особо готовить неохота. Я делаю точно так же. Макарончики по-быстренько натворил. Засыпал туда эту хрень. Это 100% не мясо. Не знаю, что это. Ну, чтобы не сухие были макароны. Так, да. Приправим это фигня. Не знаю, ложки там у них есть, нету. Возьму две ложки, мелко все надо будет забрать назад. Такой контейнер. Так, вот это неудобно. Вот это хрень не наложено. Полоснем ее. От тараканьих лапок. И нам с Бычковым как раз по порции. Замечательно. Так, закрываем. Не закрывается. Представляете? Еще мы вот это все поставим.
долго. Все, готовим чай. Чаек, я думаю, 5 пакетов, да? Хватит на это. Сколько это? Литровая банка. Не лопнут. Ставим туда ложку, чтобы не лопнуло. Банку тоже надо забрать, да? А то Танюшка мне, что-то давала в этой банке. А то получу я по хребту. Все, чай готов. Осталось дожарить курочку и обжарить лучок. Ставьте лайки, господа. Все у нас будет ништяк. Кто бы что ни говорил. Что-то хотел сказать. А, телефон, значит, этому Роме зарядил, чтобы он был на связи. Но он сейчас начнет в поезде или в автобусе, на чем он там поедет, не знаю. В автобусе начнет смотреть всякие видосы, батарейку посадит. Ну, будем надеяться, хоть этот отзвонится из дома и сообщит, что он доехал. Все нормально, чтобы было. Так, ребята, ну все готово. Чай готов. Сейчас вот. И пойдем к нашим товарищам на базу. Бедные опять все промокли, наверное. Оставим его открытым. Ставим открытым. Курица готова, макароны готовы. Тут все у нас наложено. Чай налить. Пакетики, наверное, оставлю там. Банку забрать. И контейнеры заберем. Тихо. Спокойствие. Так, ну все, тормозок у нас готов, курочка, макарончики, чай, хлеб. Как бы так. Короче, чешем к ребятам. А, друзья мои, еще вот маленькая информация, к сожалению, немножко печальная. Значит, сейчас читаю комментарии, и вот хорошо, что Алексей Симаков... Спасибо вам огромное, напомнили мне вот эту тему. Всего сразу не вспомнишь в видео, пока вот пилю видос. Значит, информация такая. Губа наш попала в 15 отделение полиции. Непроверенная информация, ну, процентов на 80 она верна. Попала в отдел полиции, в пятнашку нашу знаменитую. И, значит, начал там выступать. И выступать начал на... Проходил мимо начальник отдела 15-го. И он там, что ли, выразился нецензурно на него или что-то такое. И начальник полиции рассерчал на него. И влепили ему или 5, или 7 суток ареста административного. Короче, он в ВВС находится. Где-то по серой ветке внизу. Вот. Я не звонил, но... Если бы выпустили, то уже бы выпустили сегодня, 48 часов, стекло уже. Вот, поэтому пока отменяется встреча сына Женьки и Валеры.
Все, идем на базу к пацанам, покормим их. Тут с бычьей проблемы. Еще напился пьяный опять, хамит, дерзит, негодяй. Такая, ребят, погода в Москве. Идем, короче, несем продукты ребятишкам. Лужи вот здесь, океаны, моря и океаны. И только у нашего канала хватает силы и энергии сходить к ребятам. Благодаря вашей поддержке, ребята, спасибо, что поддерживаете. Это не так трудно, но я думаю, будет приятно, ребята. Пока горячая, сейчас быстренько дойду и покушаю. Такие тут моря и океаны перед базой, перед нашей. Вообще караул. Бедолаги. Где вы, бедолаги? Есть кто живой? Нет. Все живые. Здорово. Здорово, ребят. Здорово. Это. Организуйте какой-нибудь стол, я вам приготовил пожрать, пока тепленькое покушайте. Че, как вы? Пиздец. Все мокрое. Ебать, колотить. Подожди, я сейчас диван подниму поближе, чтобы, блядь, не под дождем будет. Сложить? Диван готов. Сложить диван. Сложить его хочешь, да? Диван. Да, подниму сейчас. Черный, как твое драгоценное здоровье? Наступающего. Выведи колеса, бля, и все уничтожим уже, бля. Опять без носков. Ты как, бульба? Накрепим. Все, похмелялись чем-нибудь, нашли? А? Нашли похмелиться. Капец. И всю ночь дождь, да? Блядь, там будет ветер в сторону поднимет. Ты как дурак, что ли? Ты, блядь, сам нажимаешь и как поднимаешь. Поднимай и ногой двигай туда его. Во. Ай, Аслан, на себя его чуть дерни, на себя. Ты хули стоишь? Да я жду, блядь. Подними диван, блядь. Подними его. Я, блядь, одним занимаюсь, но, блядь, другим здесь, блядь. О. Там ну-ка, бульба, подтяни это так себе. Давай стол сделаем. На, бульба, там поебу, блядь. Все спали нахуй, все мокрые сделали. Вообще капец. Вчера с Севастополя, короче, там женщина деньжат кинула немножко. Ну, думаю, сегодня прям в самый раз, пока холодно. А, вон вам по ленточке принес. Кому надо. Ну, возьмите. Короче, чай горячий. Курица жареная. Макарончики.
хлеб не резал, так поломаете. Ложки. Ложек нету больше? А полоску в бокал дай. Хорошо, бля, будет сюда палка, бля. Штаны? Бля, братан, у меня нету штанов. Попробую, хотя даже не отрасли. Посмотрю, может быть, там в старых запасах что-нибудь осталось. Там были где-то это, хотели отдать этому, но они широки на тебя будут. Капец. Черный, ты сегодня за кочегара, да? Да. Ну. Иди. А. Опять в полицию? А сегодня по какому поводу? Знаешь, по какому поводу? Оказывается, по Москве гулять нельзя было. Почему? Ночью, блядь, 12 часов ночи. Вот поэтому. Эйсы забрали, блядь, как их, блядь? Гвардейцы. Потом вызвали милицию. 4 машины за нами приехало, за троими. Ни хрена себе. Давайте пока горячо. Да, кушайте, ребят. Ложки, правда, 2. Ну, по очереди. Пока один жует, второй хавает. Кушай. Я не снимаю тебя, не переживай. Там покрытие нет, ничего? Покрытие нет. Опять полиция. Ну, это, не слышали за губу? Что ему, точно влепили, да? 5 суток? Там не было. Не было? А в пятнашке были, да? Ну, да. Ну, говорили, что 5 суток, а там пока не появлялся. Крюк-то, сама. Время сколько? Время, ах, 2:00, ну, 3-й час. Че, какие еще новости? Спасибо вам. Здоровья. Севастополю, привет. Спасибо, Ольга. Привет. Да, купил вам курицу макаронную. Молодец. Чуть-чуть поддержать. Погода, ребят, вообще катастрофа. Холодище, дождище. У ребят там было чуток, я им добавил на бутылку, а то они там осереют в этом холоде сидеть. Сейчас под закусочку как раз долбанут. Всех снимают. Да, кто-то хавает, кто-то бухает, всех снимают. Нормально, нормально. Мы один снимаем. Да, выпьем, пожалуйста. Я понял, ты мне рад. Выпьем за мое день рождения сегодня. Да, снюхай, белорус, тебя. А, за тебя, кстати, спрашивали, с какого ты города, ну, интересовались там, земляки твои. А. С какого ты города? В Беларуси. Кричево. Как? Кричево, Могилевщина. А, ну, Могилевская область, да? Да, да. Я понял. А этот, вот этот, калмык он был, да, пацанчик? Да, вот это. Боря. А, он был здесь, да? Да, был. А 909, это не его телефон? Он с Ромой ушел, нет? А, с его, да? Да, с его. Тоже за него спрашивали, калмыки, ребята. Помочь там, если надо. Он работает там. Он работает, да? А сюда так чисто бухануть? Да. Вахта сюда. Все, доедайте, я заберу эти контейнера. Сам готовишь? Ну. Пойдет? Переживиться не надо. Как в том анекдоте, бля. Научите хомяка сосать, нахуй, и уебывайте нахуй отсюда.
Роме телефон принес, штаны ему постирал. Да. Штаны вчера поставил стирать и ушел. Татьяна был, ночевал. Эти уроды, машинка до половины достиралась, они выключили из розетки ее. Я сегодня прихожу, думаю, вещи не вытащили. Открываю, вода оттуда. Бау! Ну хорошо, я резко закрыл ее. Чуть-чуть так наплескал. Достирал, вот сейчас мокрый весь. Я думаю, до вечера высохнет. Вечером отправляем его домой. Да, кстати, погода хорошая такая. Скорее бы штаны сохли. Он 100 раз сказал. Он задолбал через каждых 15 минут. Зейн. Ты где? Вот пришел, а его нету. Да, мне телефон нужен. Он бухой. Твой? Ты не заряжен? Не заряжен. Ну, заряжу, принесу. Сегодня нужно? Да, завтра. Завтра с утра принесу. Ты завтра что, занят? Я завтра пойду туда, на Красную площадь. Прямой эфир. Блин, там опасно. Там вообще, там все будут. И Росгвардии, и полиция, и военные. Да, мне они что? У меня пресса, я неприкосновенный. Ой, мы сегодня насмотрелись цирка. Где? Ментовки? Да. Там алкоголики, хулиганы? Вообще, да. В трусах один гонял там. Ботинки, трусы. Жанетку набросил, надо. И в трусах гоняет такой, штаны гоняет. Ну что, он наркоман, блядь. Что ему, плохо? Как дурадом. Тебе плохо, что ли? Плохо тебе? Или спать хоть? Ну, спи. Ну, короче, у меня чудо. Мы его сегодня приняли. Улица перед праздником расходили готовы, блядь. Да, не хватает и повесить. Всех повесить, что будете. Нет одеяла. Все мокрые. Будьте направо. Брат, мне могу помочь. У меня носков даже нет. Кто поделил тут? Ну, проходишь первый, проходя, ты его право сразу. Бери сейчас, а когда гирь, ты его лом доктора, так и дверь. Так сам наклейки дал что-то вам. Да. Девятый дом был. Ну, бери, а вот форма там гирь, а вот что нам гирь, ты его бери сам. Где-то теплую помню. Вообще прям горячий. Теплые полы там. Это в 1-1 где-то? Ну вот. Угловой? Нет, на бутырке тут. Ну, угловой подъезд, да? Да. Ну, сразу в кварку заходишь. Там на 7-м или на 8-м этаже нехороший человек живет. А, есть там, да. Да, он может битой по башке нахлобучить. Не, ну битый хуй знает, а... Ну, короче, блядь, что пугается, выгоняет. Мы, блядь, видим на это, там, блядь, просто мы это приняли, короче, подъехал к нему, короче, к человеку. Когда он зашел, дерзкий такой. Эй, короче, блядь, не догнали, короче. А Витёва, блядь, ну, короче, два Росгвардии как ним, блядь, на подвал, короче. А потом я слышал, блядь, ай-юй, блядь. Громко такого, блядь. А потом, далее, знаешь, его прессовали до такого степени, он обосрал. Ой, его отвезли, блядь, в курсах, короче, вместе с штаном, блядь, в поле. Обосрал свои штаны. Запотрелся, блядь. Ну, ходит там в курсах. И на курсы, блядь, сухой, блядь, сзади вот так вопли. Не боюсь, там, блядь, пиздец, клоуны были, да? Мы на скамейке налечим, типа вот туда-сюда, туда-сюда, колесит нахуй. По телефону ходит, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тот привез другу, забрали друга, он привез другу нахуй, ну там, шаурму там, или что там, купил сигареты там, или что такое, ну, покушать просто. А, ты к другу приехал, и его туда, иди к другу туда, там, вместе сиди нахуй. Бульба, ты что дальше думаешь? Если соберем на билет, поедешь домой?
поеду. Понял, услышал. Батьку. Ромку сегодня отправляем вечером. Батьку это какому? Ну, у вас один там батька. Да, мой отец умер уже давно. Сразу посеньку было. Эй, для кого он батька? Я бы поаккуратнее. А прикинь, он все замутил. Сейчас, чтобы выехать с Белоруссии, надо бабки платить. Да. Ну, в Гондоне, я все говорю, там, вот так вот гайки зажал полностью. Ну, значит, не беспомощно. Там, черти. Не, у нас, блядь, столько выездов, столько дорог. Да, да, лазеек много. По 40, да, мне просрать, я его не боюсь. 40-50 нахуй дорог, я все говорю, я стою, вот так вот стою, да, я вот смотрю. Ну, тут бить буду так же, как и нет, тоже вот так вот переезжаю, да, примерно километр, и я уже в России. Могилев, с Могилева. Уже Смоленщина пошла, все, я уже ушел. Сейчас что, в прямом? Не. Такие вот, ребята, у нас движухи на канале сегодня. Сейчас вот зашел в подъезде, там ребята греются. Этот Рома Паук отнес ему телефон, зарядил. Ну и отзвонились наши подписчики, уважаемые, которые сегодня купят или уже купили, что ли, билет ему домой. Вот. Так что всем огромное спасибо, что неравнодушны. Ставьте лайкосики, комментарии. И забейте вы на эту кнопку, ради бога. Не нервничайте вы так по поводу кнопки, которая появилась на канале, спонсорская. Будьте добрее, ребята. Все, смотрим видос, пишем комментарии. Спасибо огромное. С наступающим еще раз праздником вас, 9 мая. Завтра прямой эфир с Красной площади.